Профилактическая акция по предупреждению ДТП с участием мотоциклистов стартовала в Могилевской области. Продлится она до 14 сентября. Для управления мотоциклом, скутером или мопедом наличие водительского удостоверения соответствующей категории – обязательное условие. Напоминают госавтоинспекторы, за бесправное вождение предусмотрен штраф до 20 базовых величин, а за повторное в течение года данное нарушение – до 50. Целью данного мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. Всего за 8 месяцев 2020 на территории города было зарегистрировано 3 ДТП с участием мототранспорта, в которых погиб один человек и трое получили ранения.